Друзі, всім привіт! Ранок 28 січня 2023 року. П'ємо з вами каву на моїй кухні. Звечора випікала тортика отакого. Наполеон має назву, бо сьогодні в мене свято. Я чекаю в гості своїх дітей. Дуже люблю, коли вони приїжджають до батьків. Дуже скучаю. Тому, як кожна мама, до зустрічі з дітьми ми намагаємося наготувати багато смаколиків, саме тих, які вони полюбляють. Мої діти люблять м'ясо і тістечка. Тістечка в мене сьогодні має назву Наполеон, бо це моє коронне. Я дуже люблю випікати Наполеон. Хтось вважає, що це складнощі якісь, а для мене складнощів немає. Коржики випікаються раз-раз-раз-раз-раз, дуже швидко. Потім перемазала їх кремом. На ніч воно пропиталося, а зранку він смачний і запашний. От я вам і кажу, що діти мої полюбляють м'ясо і тістечка. Сьогоднішнє моє ранкове відео на замовлення, тому прошу вибачення у всіх українськомовних підписників, але сьогоднішнє відео буде російською мовою. Пробачте мене ще раз. 11 місяців війни. З моего канала «Слід за російським кораблем» ушли, можно сказать, все активные подписчики моего канала, которые проживают в Российской Федерации или которые живут за рубежом, но у них диагноз, они русские. Как и многие жители России, они поддерживают войну в Украине, они считают ее гражданской, а не российским нападением. Они стараются обелить российских солдат, которые убивают украинцев, насилуют наших детей, женщин, воруют, мародерят. В общем, творят военные преступления, разбивают наши дома, лишают нас жизни. И русские, обычные русские люди это оправдывают. На моем канале остались люди, которые имеют здравый смысл, которые все прекрасно понимают, оценивают трезво ситуацию, которая сложилась в Украине. Очень много людей добавилось, жителей дальнего и ближнего зарубежья. Очень жаль, но украинского языка они не понимают, поэтому специально для них и по их просьбе сегодняшнее мое видео на русском языке про два чудесных фаленопсиса. Сейчас я вам показываю прекраснейший, ну, на мой взгляд, очень красивый и один из моих любимых фаленопсисов уже много-много лет. Это фаленопсис Манхэттен. Полное его имя Анхура Манхэттен, и он очень похож на розовый дракон. Единственное отличие у них, что у Манхэттена вот такие вот веснушечки, вот такие вот точечки, растяжечки на губе, а у дракона их нет. У дракона чисто оранжевая губа. Ну, они очень-очень похожи и оба имеют прекрасный красивый вид. Фаленопсиса Манхэттен на листочках есть слабо выраженная варигатность, особенно когда растет молоденький листик. Сейчас у него, у моего экземпляра молодого листа нет, поэтому вы не можете этого видеть. Ну, те люди, которые имеют этот фаленопсис, они прекрасно знают, что молоденький листочек, он вообще такой пятнистый, практически очень похож на листочек фаленопсиса стюартиана. Ну, со временем, когда листочек взрослеет, эта варигатность тускнет, и листочки превращаются в вот такие вот темно-зеленые красивые розеточки. 20 лет назад мой муж подарил мне белый фаленопсис из обычного продуктового магазина. И с этого белого фаленопсиса, собственно говоря, и началась моя любовь к орхидеям. Их стало в доме появляться все больше и больше. И в основном это были обычные промышленные фаленопсисы из садовых центров, из продуктовых, строительных магазинов. На тот момент я считала, что краше и лучше фаленопсиса орхидеи не существует. Но шли годы, и мое мнение менялось. Я знакомилась с большим видом орхидей. И, естественно,
Знаете, как каждый любознательный человек, орхидея фаленопсис отодвигалась все дальше и дальше и дальше. И на сегодняшний день орхидея фаленопсис не является именно той орхидеей, которую я хотела бы всегда видеть на своем подоконнике. Но без орхидеи фаленопсис просто никак. Орхидея фаленопсис – это самая простая орхидея, которую можно выращивать в домашних условиях. Орхидея, которая всегда приносит радость, счастье, которая радует глаз, которая постоянно цветет. Некоторые фаленопсисы, вы знаете, цветут годами, они либо доращивают старые цветоносы, либо выпускают дополнительные почки с цветоносами из старых стволиков, либо растят молоденькие новые цветоносы. Но они цветут, цветут и цветут. И каждый день, каждое утро, каждый вечер они радуют глаз. У меня их дома осталось не настолько много, и новых фаленопсисов я практически не покупаю, вернее покупаю, но покупаю такие фаленопсисы, знаете, которые вот-вот только появились на прилавках магазинов, или которые сорта, они как-то не сильно долго задерживаются на моих подоконниках, а вот и несколько фаленопсисов, старых моих фаленопсисов, с которыми я никогда не расстанусь, потому что они красивые, потому что они прекрасны, и потому что это память. Это, знаете, ну, дорогое сердцу растение. Вот один из них – это фаленопсис Манхэттен. Бытует такое мнение среди любителей фаленопсисов, что есть фаленопсисы, которые называются суицидными. Фаленопсисы, которые склонны к погибели. То есть фаленопсисы, которые мы покупаем, они отцветают, а потом пропадают. Это неправда. Просто единственное, что у каждого фаленопсиса должен быть свой подход. И если пропадает в нашем доме орхидея, это не обязательно наши корявые руки, это может быть растение просто больное или заражено чем-то, поэтому оно отцветает, немножечко живет и погибает. Но чаще всего орхидеи погибают от неправильного ухода, от плохого освещения, от неправильно подобранного грунта, от частого полива, от нашей такой, знаете, сверхъестественной любви. Орхидея фаленопсис имеет корни, покрытые виломеном, корневой стержень питается с того виломена, которым он покрыт, поэтому это по большей части эпифитные растения, которым для фотосинтеза нужна не только влага, но и воздух. Поэтому никогда не надо забывать, что грунт для орхидеи должен быть воздухопроницаемым, слегка влажным. Корни орхидеи фаленопсис имеют различия в зависимости от того, кто участвовал в гибридизации того или иного растения. Всегда имейте в виду, что любой фаленопсис, он выведен на основе природного фаленопсиса. Ну, обратно ж таки, надо немножечко, ну, включать свои мозги и думать, на основе какого фаленопсиса выведен тот или иной фаленопсис. Бывают корни толстые. Если корни толстые, значит большое количество виломена, и этот фаленопсис должен произрастать в более крупном грунте и иметь просушки. Есть фаленопсисы типа эквестриса, которые имеют тонкие корни, длинные корни, ветвистые корни. Вот эти фаленопсисы любят всегда влажный грунт. Манхэттен относится к фаленопсисам, которые имеют толстые корни, но есть одно маленькое но. Фаленопсис Манхэттен, как и фаленопсис Арксрей, который тоже многие считают суицидным фаленопсисом, имея толстые корни, любит влажный грунт. Орхидея Манхэттен, точно так же, как и орхидея Арксрей, предпочитает иметь влажный грунт. И есть такая особенность, что если эту орхидею пересушить какое-то время, потом обильно полить, то орхидея сбрасывает корни. И многие сразу бросаются ее пересаживать. Не стоит этого делать. Пропавшие корни имеют живую корневую нить, и они будут помогать орхидее вырастить новые молоденькие корешочки. Как только вы достанете ее из грунта и начнете проводить с ней какие-то манипуляции, она у вас срочненько перейдет в разряд
реанимационных. Поэтому пропали корни, не спешите ее пересаживать. Просто убавьте ей полив, опрыскивайте ее, проливайте ее, и обязательно появятся новые корешочки. Как только новые корешочки зайдут в свежий субстрат, вернее, в старый субстрат, вот тогда вы ее можете достать и пересадить в новый субстрат. Она даже не почувствует, почувствует свежий субстрат, почувствует хорошее благоприятное условие и пустится в рост. Вот такая вот особенность есть вот у таких растений. Кстати, и Лас-Вегас. Лас-Вегас относится к этому же типу фаленопсисов, которые не любят пересыхать и не любят болото. Как только пересыхает грунт или слишком большая влажность, Лас-Вегас точно так же, как и все, сбрасывает свои корешочки. Мой Манхэттен в свое время тоже пострадал. Он тоже сбросил корешочки. Я по незнанию ее пересадила в свежий грунт. И начались мытарства. Мытарства по восстановлению корней. В итоге закончилось тем, что я взяла маленький горшочек, посадила ее в мох и оставила в покое. И она нарастила корешочки. Сейчас она сидит в двойном горшке, где основой за грунт есть сосновая кора с добавлением резаного мха, с добавлением кокосовых чипсов и камушки. Камушки в виде керамзита. На дне всегда находится водичка, но грунт вот здесь высыхает хорошо. Но на дне всегда остается водичка. На дне у нее не достану. На дне у нее корни находятся на дне, они всегда пьют воду. Как только я вот так вот взяла за листочек и почувствовала, что листочек делается более вяленьким, значит, ее нужно хорошо пролить и добавить чего-нибудь кисленького. Ну, например, янтарной кислоты. И тогда она восстанавливает тургор, и все у нее прекрасно, и цветет она обычно 2 раза в год. Это весной и в конце лета. Вот такой красотой, вот такими пятнистыми листочками, цветочками, с лепесточками, которые... Мне нравится, что он не выгорает, и мне нравится то, что в зависимости от освещения, солнечное это освещение или освещение включенной лампы, она меняет окрас. Она делается или ярко-розовой, или такой более сиреневой, но прекрасная орхидея, которую я очень-очень люблю. Где-то слышала мнение, что орхидея Манхэттен имеет аромат. Честно говоря, я никогда аромата от своего растения не слышала. Вот такая красота орхидея Манхэттен. Сейчас селекционеры шагнули далеко вперед, и я уже видела на картинках, правда, не вживую, я видела Манхэттен пилоричной формы, то есть такие вот как бубенчики, видела мутантиков, это то, что вы называете бабочками, ну, то есть защипчиками или с резными петалиями, вот этими вот лепесточками. Ну, они есть много разных сейчас. Но я человек консервативный, я очень люблю обычные, стандартные, красивые, правильные формы орхидей. Я не отношусь к тем людям, которые вот прям леют от мутантов, от бабочек. Хотя в моей коллекции есть и мутанты, и пилорики есть. Фаленопсис, который хочу вам сегодня показать, это фаленопсис Стюарта. Фаленопсис Стюартиана. Ее еще называют братом фаленопсиса Шиллериана. Это представители Филиппин. Прекрасное растение, которое имеет очень интересные цветочки, своеобразные формы, со своим окрасом и много-много разных типов. У меня Стюартиана типа Суга. Когда-то давно я купила первую свою стюартиану в цветочном магазине, стюартиану Пикачип. И приставала ко всем, чем же они отличаются. Вот я смотрю, ну, в заказах там продают разные стюартианы, и вот в частности Суга. Я смотрю и никак не могу понять, ну, чем же она отличается от Пикачип. Мы с вами знаем, что садовники... Когда выставляют фотографии своих растений, они пользуются фотошопом, поэтому толком понять, какое растение, какой цветок будет потом в домашнем цветении, очень и очень сложно. И часто мы с вами разочаровываемся. Мы покупаем фаленопсис по картинке, а когда он расцветает дома, это совершенно другое растение. Это участь
постигала не один раз и до сих пор постигает и меня. Так вот, я приставала, чем же они отличаются, и никто мне толком не мог дать ответ. Вот когда я у человека в домашней коллекции увидела стюартиану Сога и своими глазками убедилась в том, что они действительно имеют различия, вот мне тогда и сильно захотелось иметь стюартиану Сога. И вот она у меня есть. Свою стюартиану Пикачип я продала своей подруге. Знаю, что она у нее тоже растит цветоносы. Даст Бог, она зацветет, хотя многие из вас знают, что в таких условиях, как у нас, мы сейчас живем по большей части без належного, без достаточного освещения. Поэтому, вот у меня, допустим, многие цветы, они выбрасывают цветочные стрелки, они набирают бутоны, но потом в определенный период у них не хватает сил, им не хватает света, и бутончики эти желтеют, потом отсыхают и отпадают. Такой у нас в этом году цветущий год. Ничего страшного, мы победим врага, мы выгоним этих орков со своего дома, все у нас наладится, и будет у нас нормальное освещение, и будут цвести наши орхидеи. Сейчас основная задача наша выжить и помочь выжить своим растениям. Стюартиана типа Сога, она имеет цветочки мельче, чем у стюартианы Пикачип. У стюартианы Пикачип цветочки не такие выраженные, не такие яркие, но они покрупнее размером, наверное, на сантиметр. И тем не менее, вот такая вот красивая веточка, мне очень-очень нравится, листочки красивые у этой орхидеи. Вот видите, это прошлогодний цветонос. Кстати, я заметила такую особенность, что очень редко из старого цветоноса выпускают дополнительные почки. Чаще всего этот цветонос со временем вот так вот отмирает, поэтому его нужно срезать, но не под корень, а оставить где-то сантиметра полтора-два, для того, чтобы при поливе, не дай бог, в это место не попала водичка и не начал гнить стволик. Стюартиана отличается от шевелианы тем, что это очень теплолюбивое растение. Она любит повышенную атмосферную влажность и постоянное тепло. Она не требовательна к освещению. Ей вполне достаточно такого, знаете, не сильно яркого света. И ставить ее на подоконнике, где есть отопительный прибор, лучше этого не делать, потому что в том месте будет сухой воздух. Сухого воздуха она тоже не любит. Я не могу сказать, что она капризная, что она привередлива. Просто всегда надо помнить, яркого освещения ей не надо, иначе у нее будут тускнуть и некрасивые будут листья, они будут сразу желтеть и отмирать, это будет некрасиво выглядеть. А вот такое вот неяркое рассеянное освещение, всегда тепло и подальше от отопительных приборов, это как раз то, что нужно стюартиане, в отличие от шиллерианы. Шиллериана в зимнее время любит проводить в прохладе. Стюартиана любит влагоемкий, но воздухопроницаемый грунт. Стюартиана не любит, когда у нее пересыхают корни. Вот посмотрите на грунт моей стюартианы. Здесь кора просто насыпана. Она не утрамбована и не уложена. Просто вон внизу кусочки пемзы, кусочки керамзита, а сверху она засыпана корой пинии с добавлением мха сфагнума. И вот так вот она растет. Можно сюда добавлять резаные, как они, кокосовые чипсы. Главное, чтобы это был очень-очень воздухопроницаемый грунт. Иначе корешочки ее будут подгнивать. Вот такая вот особенность у фаленопсиса стюартианы. Да, кстати, есть еще одна у меня стюартиана, которую я покупала в наперстке, из которой я воюю уже 3 года. Вот, это стюартиана типа Нобелис, то есть желтая стюартиана. Бытует такое мнение, что это очень капризное растение. Да, я, пожалуй, с этим соглашусь. Растение очень капризное, поэтому к нему надо просто найти подход. И как совет, не покупайте
Стюартиану Нобелес в очень маленьком размере. Ну, вот как купила я. Я купила ее в наперстке. Там горшочек был еще меньше, чем горшочек 1,7 дюйма и практически без корней. Там были очень-очень маленькие листочки и корни, которые постоянно отмирали. Стюартиана, в отличие от шиллерианы, не сбрасывает так часто листья, как стюартиана, как шиллериана. Многие из типов шиллериан вообще-то при своей обычной жизни имеют 2-3 листочка. Вот, например, есть у шиллерианы 3 листочка. Как только начинает расти следующий молоденький листочек, она начинает желтеть нижний листочек. И у нее остается снова 3 листочка. Ну, вот есть такая особенность у многих шиллериан. Не у всех, но у многих есть такая. У Нобелес листья не такие выраженные, не такие пятнистые, как у всех остальных стюартиан. Они более темные, они, можно сказать, даже с таким каким-то бордовым отливом. И, грунт она любит точно такой же. Кору с мхом или кору с кокосовыми чипсами. Вот моя вот уже в очередной раз растет и растет. И обратно она сбрасывает листья. В прошлом году, вон, видите, мышнистый червец нас жрал. Подлюка такая. В этом году она вон даже пыталась процвести. Бутон надо выбросить. Не вытянула, видите, вот один бутон отпал, а второй так и не развился. Но это хорошо, для меня это хорошо, потому что растение это все равно еще так и не окрепло. Оно такое вот, чахленькое есть. Как видите, моя растет, стюартиана, тут смесь, есть кусочки камушков, есть пенопласт и кокосовое волокно с корой. Тоже, видите, очень воздушный грунт, очень. Специально ложила не кокосовые чипсы, а кокосовое волокно. Оно не так быстро слеживается и пропускает воздух, очень хорошо пропускает воздух. Вот в отличие от шиллериан, я не знаю, я, наверное, не рискну посадить ее на блок. Потому что, если мне кажется, посадить ее на блок, ее надо очень часто поливать, но этого я точно обеспечить ей не смогу. Как видите, она цветочки подбрасывала, зато разбудила корешочки. Но это хорошо. Мне надо, чтобы растение окрепло. Я не люблю, когда цветут больные или очень маленькие растения. Я по своему опыту знаю, что если маленькое растение вдруг зацвело, и я пожадничала, оставила цветонос, оно обязательно цветет. Но цветение это будет не пышное, это будет 2-3 цветочка. А после того, как она цветет, она будет очень-очень долго восстанавливаться. Потому что она отдаст все свои силы на цветение и сил на рост новых листьев и новых корней у нее просто не останется. Поэтому я предпочитаю на молодые растения оставить в нецветущем виде. Лучше даже другой раз, знаете, вот жадность все-таки ж берет свое. Я даю ей дорастить свои бутончики, расцветает цветочек. Я убедилась, посмотрела, что это именно тот фаленопсис, который я хотела, и я обрезаю цветущую часть цветоноса, не полностью. Слепые почки я оставляю, а вот именно ту часть, которая цветет, я обычно ее срезаю. Вот и здесь, видите, здесь должно было быть 3 цветочка. Все 3, я и не собиралась ее оставлять. Я думаю, откроется один бутончик, я посмотрю на это чудо природы и срежу. Стюартианка моя сама решила, что хозяйка вредная, хозяйка не хочет мне помочь, и осушила свои бутоны. Есть у меня еще шиллериана со стюартианой, но она еще только растит бутоны, это кросс. Тоже довольно-таки интересный, красивый цветок имеет это растение. Вот как только они откроются, я вам покажу ее цветочки. Вот такие вот они стюартианы, да. Если ваша стюартиана, как девочка мне спрашивала, потеряла корни или купили вы стюартиану без корней, мой вам совет, наращивайте корни либо в малюсеньком-малюсеньком горшочке с мхом, с фагнумом, либо на блок. Вешайте ее вверх ногами на блок и каждый божий день опрыскивайте ее. Только вешайте вверх тормашками, чтобы розетка смотрела вниз, чтобы ни в коем случае не попадала вода и не застаивалась
пазухах листьев, и все у вас будет хорошо. Она обязательно отрастит корни. Это очень благодарное растение. Еще видела один очень интересный, на мой взгляд, метод наращивания корней на фаленопсисах, не только стюартианы, но просто что у той девочки была именно стюартиана. Она берет маленькие горшочки, покупает длинное кокосовое волокно, обволакивает вот так вот корешочки и горшочек и вставляет туда орхидейку. Потом она просто обрыскивает это кокосовое волокно, оно получается очень воздухопроницаемым, и кокосовое волокно довольно-таки долго держит влагу и не вызывает процесс появления плесени. Очень мне понравилось, и корешочки у нее так хорошо растут. И, кстати, точно так же она наращивает корешки и на молоденьких саженцах ванд. Если кому-то интересно, можете попробовать. Очень интересно, и знаете, ну, виден результат. И что еще хочу сказать, что видовые природные фаленопсисы негативно относятся к стимуляциям, которые мы часто применяем к орхидеям для того, чтобы стимулировать их на наращивание корней. Ну, это чисто мое мнение, чисто мои наблюдения. Может быть, у кого-то есть опыт какого-то препарата, который, ну, плодотворно влияет, но я вот сколько раз пробовала, то сделала для себя вывод. Чистая вода, желательно очищенная вода, без каких-либо стимуляторов. Ну, а вы уже решаете сами. На этом, друзья мои, у меня все. Украина тримается, Украина бореться. Кожен на своєму місці. Працюємо на перемогу, допомагаємо Збройним силам і захисникам. Все буде Україна. Ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог. Пока. Здоров'я, наснаги і терпіння.